Здравствуйте, граждане предатели! Уважаемая Иванова, лично вам нравится предавать страну? Которую? Которую? Нашу, русскую. Наша русская страна единая. Киевская Русь и Россия. Да. Киевская Русь. А что ж ваша Киевская Русь, как вы говорите, против Киевской Руси воюет? Ну это ваши воюют, ваши кадыровцы воюют. Не вступаем с ними в контакт, пожалуйста. Давайте не будем. Вы же на Кадырова работаете? На Кадырова? Да. Я работаю на Россию, матушку свою. Россия не работает на Кадырова. Вы где родились? На Южном Урале. Вы как-то плохо историю знаете, девушка. Вы очень плохо. Я родилась в километре от Стеллы, Азия, Европа. Это вам дала ума? Да. Совесть и честь? Равновесие она всегда дает ум. Мне кажется, она вас лишила этого. Ну это вам кажется. Но я уверен, вы имеете право. А вы знаете, мы вас сейчас решили поддержать. Давай. Нет, нельзя. Надо одиночку поддерживать, нельзя нарушать. А у вас двойной же тикет согласован? Да, да. Вы же вдвоем сейчас. Да мало, а у вас в Петербурге. Не, мы вас смотрим, мы ждем, пока вы закончите. Мы ждем, когда вот будет. Сразу обращаюсь к гражданам, предателям, кто хочет здоровье свое проверить. Не надо этого делать. А как вы здоровье собираете? Я говорю вам, вы предатель? России. С чего вы взяли? Я обратился к предателю. А вы открыли средства, вы так громогласно. Как здоровье собираете? Если скажу, что это не надо, то Надо дописать Артем Гусева. Я все это не знаю. Кто мы А где ж ваш хозяин Кальберин основном? Ходит, бродит. Вы слышали голос народа? Савченко застрелить, говорят, надо. Убийца должна сидеть минимум в тюрьме, а предатель быть расстрелян. Еще раз говорю. Ну вот, видите. Мы сейчас вас тоже поддержим. Вы правильно требуете свободы. Поэтому не стесняемся, предатели, подходим поближе. Савченко скоро будет видел. На свободе. Будет? Да. Это фантазия ваша? Нет, это не фантазия. Все умные это понимают. Вы готовы обменять ее на себя? Я да. Зачем? Значит, вы готовы сесть в тюрьму за нее? Я не ровня, Савченко. Значит, вы готовы убить вы своего? Пиар хотите, вон свой Гальперин. Но она же все-таки, благодаря ее, убили людей. Благодаря им? Конечно, а кому им? Чего? Как мусульманский мир поживает? Это у вас надо спросить. Вы на него работаете. Сложно? Да. А почему так? На днях Кадыров в гостях у нас был в Москве. Могли бы руку пожать? Все-таки мир там, спокойствие, любовь. Мы уже вас почти, вы так закрыли вас. Мы наоборот сейчас за вас. Конечно, ну покажи, что там. Да? А мы покажем, ну вы что там. Вот Иванова нарушаем правила. Сериал насмотрелась. Изауры. Рабыни кого? Кого-кого? Своих хозяев. А кто у меня хозяева? Я сама себе хозяева. Вы собираетесь найти истину. Истину? Вам важно, да. Вы знаете, вам что важно? Такое истина? Знаю. Что такое истина? Защищая свои права, вы нарушаете мои права. Это истина?
Нет, я не нарушаю ваши права. Как нет? Пожалуйста, вы свободны. Как нет? Выходите. Вот, почему вы не хотите по закону жить и ждать выборов? А кричите, выходите сюда и говорите против сюда власти. Скажите, какой по закону? Идите выборов. Почему используете большое количество? Давайте так. Духовность русского народа что? Духовность русского народа что? А я тебя не заставляю.